эфире службы новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Единогласно представители от Сарова в молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области выбрали члена молодежной палаты. Психологи в погонах 17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные. Новые имена. Воспитанница ДШИ София Габелева выступила с симфоническим оркестром Нижнего Новгорода. Далее расскажем обо всем подробно. Члены молодежной палаты избрали своего председателя в молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области. Подробности в следующем репортаже. Собрать пакет документов, подать заявку, подготовить выступление. Представители от Сарова молодежный парламент при законодательном собрании Нижегородской области выбирали члены молодежной палаты. Свои кандидатуры на конкурс выдвинули Тимур Лавягин и Евгений Осетров. Оба участника выступили с докладами. Сегодня на конференции выступил два кандидата. Это Тимур Лавягин, он студент Саровского политехнического техникума, учится на третьем курсе. Выступление его было коротким, но очень эмоциональным. И я бы так сказал, что с таким задором, с юношеским. Регламент конференции – 5 минут на выступление и 3 на вопросы. Вторым к трибуне поднялся Евгений Осетров. В своей речи он кратко рассказал о себе, своем видении работы в парламенте, предложил областные проекты и направления, которые можно развить на территории города. Основная роль будет заключаться в работе всей палаты. Я приезжаю, рассказываю, докладываю вам о работе молодежного парламента, какие инициативы рассматриваются. Мы с вами тоже совместно готовим эти инициативы и предлагаем уже на следующем заседании. Либо, как сейчас работа устроена, это, конечно, все в онлайн-режиме. После выступлений провели голосование. Члены палаты сошлись во мнении и все свои голоса отдали Евгению Осетрову. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Трудовой договор между сотрудником и работодателем можно будет заключать дистанционно. Такой законопроект прошел второе чтение в Госдуме. Новый законопроект разрешает использовать документы, связанные с рабочим процессом в электронном виде, без дубликатов на бумажном носителе. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что такие новшества в Трудовом кодексе упростят жизнь как работникам, так и работодателям, сэкономят их время и силы. Соискатели смогут в удаленном режиме пройти собеседование и заключить трудовой договор. А уже работающие гражданам не придется оформлять дополнительные командировки, если они трудятся в другом регионе. Кроме того, работники смогут обойтись без визитов к кадровикам, чтобы подписать тот или иной документ. Речь также идет о быстром получении разного вида услуг, где требуются данные от работодателей, от банковских до государственных. Необходимые сведения будут предоставлять через информационную систему. Ко второму чтению Госдума уточнила, что новые формы применяются к документам, в отношении которых пока необходимо оформление на бумажном носителе или ознакомление сотрудников в письменной форме. Исключение сделают для трудовых книжек, актов о несчастном случае на производстве, приказа об увольнении работника, инструктажей по охране труда. Действие правил профилактики коронавируса в России продлили на 2 года. Это следует из постановления Роспотребнадзора. В более ранних документах эти меры были ограничены 1 января 2022. Согласно новому постановлению главного санитарного врача, дату должны изменить на 1 января 2024 года. В документе также говорится, что россияне, которые прошли полный курс вакцинации в течение полугода, могут не уходить на самоизоляцию после контакта с больным при отсутствии симптомов. При этом люди, которые не получили вакцину, должны провести в изоляцию 14 дней. Кроме того, в постановлении главы Роспотребнадзора говорится, что проводить исследования на COVID-19 у тех, кто контактировал с зараженными, следует не менее чем через неделю после контакта. Отбор материала для лабораторного исследования должен производиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19, отмечается в постановлении. День открытых дверей пройдет в Саровском физико-техническом институте НИАУ МИФИ 24 ноября. Предварительная регистрация на сайте sarfti.com обязательно. С собой необходимо взять средства индивидуальной защиты. Все вопросы по телефонам +7 904 045 31 21. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Максимальная величина пособия по безработице в следующем году составит 12 792 рубля. Сейчас она составляет 12 130 рублей. Максимальный размер пособия будут выплачивать в первые 3 месяца после регистрации гражданина в качестве безработного. В следующие 3 месяца выплата ограничена 5000 рублей. Минимальный размер пособия в следующем году останется прежним – 1500 рублей.
преддверии Нового года всероссийский проект «Мечтай со мной» организует акцию «Елка желаний». Участвовать в ней могут дети-сироты, дети из малоимущих семей, дети и пожилые граждане с инвалидностью и состоянием здоровья, угрожающим жизни. А стать волшебником и подарить чудо тем, кто в этом нуждается, может каждый. Узнать все подробности об акции, стать участником или партнером можно на сайте елкажеланий.рф. 17 ноября свой профессиональный праздник отмечают участковые уполномоченные. Именно к ним граждане обращаются за помощью в первую очередь. Участковые рассматривают жалобы, раскрывают преступления, а также занимаются профилактической работой. После армии Андрей Телин выбрал работу в патрульно-постовой службе. Молодому человеку понравилось и общаться с людьми, и охранять общественный порядок. Через 3 года он поступил в Нижегородскую академию МВД. А дальнейшую службу Андрей Викторович проходил в качестве участкового уполномоченного. Я стал участковым, потому что у него, во-первых, полномочий больше, служба интереснее, потому что уже имеешь дело с материалами, то есть производство уже по делам ведешь, там, как, например, по административным материалам уже ведешь производство по делам об административных правонарушениях, уже непосредственно общаешься с гражданами, с организациями. Стереотипный портрет участкового – это скромный и простой сотрудник полиции, который не имеет высоких званий и особых полномочий. На самом деле, служба участкового – одна из основополагающих в системе органов внутренних дел. Каждое 4-е преступление раскрывают именно они. У него огромнейший вклад в правопорядок и в охране, и в обеспечение как общественной безопасности, так и в охрану общественного порядка в общественных местах и на любых там массовых мероприятиях. Плюс миллионы, наверное, по стране семейно-бытовых конфликтов разрешается участковым уполномоченным. И только благодаря им, их работе, у нас не совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления на бытовой почве. В опорном пункте участкового почти не застать. Охрана общественного порядка на своей территории, раскрытие преступлений – это далеко не основные задачи сотрудника. На нем лежит большая нагрузка и ответственность. Часто участковые работают даже по выходным. А в подведомстве одного человека может находиться от 3 до 5 тысяч граждан. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем участкового уполномоченного полиции. Хочу поблагодарить вас за добросовестную службу, мужество, выдержку, ответственность, за готовность прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Светлана Юрунова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Дебют на сцене филармонии. София Габелева исполнила первую часть концерта Моцарта с симфоническим оркестром Нижнего Новгорода. Выступление прошло в рамках фестиваля «Новые имена». Подробности далее. Уверенно, легко, виртуозно. Игра юной Софии Габелевой завораживает. Ее пальцы словно парят над клавишами инструмента. 6 ноября девочка открывала фестиваль «Новые имена» в зале филармонии. София исполнила первую часть концерта Моцарта с симфоническим оркестром Нижнего Новгорода. Выступление она сравнивает со спектаклем, образ за которого очень ярко описывает. Сначала, например, тут солдаты, потом народ им аплодирует, потом девушки выходят, потом опять марш идет, и потом заканчивается часть первая. Вторая часть, она очень нежная, и нужно играть, как ты любишь маму. В фестивале приняли участие дети, которые в октябре успешно прошли отбор. Так, из 70 участников жюри выбрало 30 исполнителей на разных инструментах. «Новые имена» – один из самых престижных и значимых конкурсов в Нижегородской области. София пробовала свои силы в нем впервые. И это ее первая победа в конкурсе такого уровня, рассказала Валентина Горбунова. Ее отличает то, что она играет по-взрослому. То есть она очень хорошо чувствует, вот Моцарта было сложно чем играть, у него вся музыка из коротких фраз, через паузы, знаки молчания, да, а вот это надо все объединить. Ей вот это все удается очень хорошо, она чувствует музыку, данные великолепные. По итогу конкурса София также стала стипендиатом губернатора Нижегородской области. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Во Дворце детского творчества прошла очередная встреча в рамках проекта «Читаем вслух». В этот раз школьники прочитали юмористические рассказы Тэффи. Подробности в следующем репортаже.
В мае следующего года исполнится 150 лет со дня рождения писательницы Надежды Лохвицкой, более известной как Тэфи. На рубеже 19-20 веков ее юмористические рассказы были признаны многими мастерами слова. Да и сейчас произведения Тэфи не теряют своей актуальности. В них каждый может увидеть себя. Темы, которые она затрагивает, легко можно будет потом использовать в написании итогового сочинения, потому что сейчас практикуют такие общие темы. Нужно ли помогать человеку, попавшему в беду, или как осилить дорогу идущей, или там цивилизация, технологии, ну, это этого года тема, да, что будет через два года, непонятно, но в любом случае это расширяет кругозор детей, их багаж. В рамках проекта «Читаем вслух» девятиклассники школ города читали перед микрофоном рассказы «Экзамен», «О русском языке», «Мой первый Толстой» и другие. Каждый ученик ответственно подошел к представлению своего фрагмента. Тексты прозвучали выразительно и артистично, а творчество Тэфи никого не оставило равнодушным. Мне очень запомнились произведения этого автора. Больше всего мне запомнилось как раз-таки произведение, которое читалось почти в самом начале, про называлось «Экзамен». Летом я сама читала рассказ, который называется «Замен политики». Его тоже написал Тэфи. Она пишет очень интересные рассказы, которые и правда нам могут помочь в разных делах. Например, при написании каких-то работ, сочинений. Довольно-таки интересно послушать их чтение и как бы интонации рассказа. Ну, потому что каждый человек понимает произведение по-своему, и поэтому читает по-разному. Следующая встреча проекта «Читаем вслух» запланирована на 14 декабря. Ученики шестых классов прочитают фрагменты книги Алана Милна, Кристофер Робин и «Все-все-все, когда мы были маленькими». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 17 ноября во многих странах мира отмечают День черной кошки. Дату учредили для того, чтобы развеять предрассудки и суеверия, которые до сих пор существуют в отношении кошек с угольным цветом шерстки. Подробности далее. Еще со средних веков коты угольного окраса постоянно оказывались в немилости из-за людских предрассудков. И даже сейчас в мире гаджетов и искусственного интеллекта многие продолжают верить, что черные кошки приносят несчастье. Чтобы остановить истребление животных, в 2007 году активисты Итальянской ассоциации защиты окружающей среды учредили особенную дату – День черных кошек. У героини нашего репортажа еще нет имени, но волонтеры уверены, что самое красивое ей подберет – будущий хозяин. Она и два мальчика жили в подъезде. Их всем подъездом подкармливали, там жили собаки, естественно, с хозяевами, не всем это нравилось. В общем, нам сказали, что это три котенка, а откормили этих три котенка полугодовых, как лошадок. В общем, им даже сразу не скажут, что им по полгода. Вот, они достаточно упитанные, чистые, но зиму они не пережили. То есть они такие более такие адаптированные, домашние. Черная кошка не верит в суеверия. Она пришла в этот мир, чтобы сделать своего человека счастливым. И безымянная малышка вместе с братьями каждый день с надеждой выглядывают из клетки. Может быть, сегодня их заберут домой. Они немножечко пугливые в силу того, что они особо не знали человеческой доброты. Никогда не были дома. Для них, конечно, первоначально это был стресс. Но сейчас они вот спокойненько сидят, адаптируются, живут своим трио. Вот она одна девочка, они когда мальчики сидят в одной, так скажем, лежанки, ее выгоняют. В Мурдоме с любовью, нежностью и заботой относятся к подопечным. Волонтеры, несмотря на работу и домашние дела, находят время для каждого. Лечат, кормят, убирают клетки и делают все для того, чтобы каждый хвостик, будь он рыжий, белый, серый, черный или полосатый, нашел свою семью. Мы их всегда адаптируем, приучаем к лотку для того, чтобы у новых хозяев не создавало лишних проблем. Адаптация животного – это немаловажно. То есть у нас достаются и дикие животные, которые вообще к рукам не приучены. В день черной кошки принято дарить подарки. В Мурдоме будут рады кормам и лекарствам, пеленкам и наполнителям. Волонтеры с радостью подскажут, в чем сейчас особенно нуждаются их подопечные. А еще здесь можно найти лучшего друга. И неважно, какого цвета будет его шерстка, он обязательно принесет в ваш дом уют и счастье. Приют находится по адресу Железнодорожная, 9, строение 7. Предварительно договориться с волонтерами можно по телефонам 8-908-762-09-50 и 379-51.
И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Перепец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.